Друзья, всем привет! С вами Алка-сенсей, и у нас сегодня 46-й день нашего алкомарафона. Господа, я чувствую в себе энергию, некую силу, вот, никаких предвестников, чтобы не сглазить, по поводу того, что пора прекращать, я не ощущаю в своем организме, реально чувствую себя нормально. Многие пишут, ты стал хуже выглядеть, брат, отдохни, дай себе передышку. Но реально, я не знаю, зачем, в чем смысл, если вот, ну, мне реально неплохо пока. Вот. Я сегодня даже потренировался, бицуха. Вот. А сегодня, господа, у нас очень интересный напиток премиум-класса. Сегодня у нас Мамонт Айвори. Мамонт Айвори – это органик-водка. Я думаю, что это водка особая даже. Потому что, да, водка особая Мамонт Айвори. Да, я не ошибся. Господа, спонсором данного выпуска у нас сегодня является Александр Львович из города Вологда. Ему огромное спасибо. Жму руку, Львович. Ты красавчик. Вот, это круто. Значит, сегодняшний выпуск полностью проспонсирован Львовичем. Если кто-то желает помочь каналу, ссылочка будет в описании внизу или же будет закреплена в комментариях, самым первым комментарием. Там можно помочь или через российскую карту, кто может через крипту, пожалуйста, я и крипту поставил. А для тех, кто не в России, у кого нет крипты, есть кнопочка «Супер спасибо». Вот мне уже один раз присылали денежку через «Супер спасибо». Под роликом «Супер спасибо» со значком доллара. Там на выбор 4 суммы можно. Так, давайте ближе к теме. Мамонт. Друзья, мамонт, мамонт, мамонт. Три вида мамонта, которые я пробовал. Эту айвори я тоже уже пил. Правда, я не снял ролик. Мне она очень понравилась, поэтому я решил запечатлеть ее в видеоформате, так сказать, обзорчик. Классический мамонт. Ссылочка вот сейчас появится. Водка, которая вызвала у меня восторг, уважение. И я всегда ее, ну, пока она не испортилась, а я думаю, вряд ли она испортится, буду рекомендовать. Как говорится, и снаружи она имеет презентабельный вид, и внутри достойное содержимое. Мамонт Блад, настойка 40-градусная. Сейчас вот выскочит по ссылочке, кто не видел, посмотрите. Одна из лучших настоечек, я считаю, в России за свои деньги. Премиум действительно класс, ягодная настойка с кучей ягод, определенным количеством травок, пьется без закуски, очень приятно. Тоже смотрим, кто еще не посмотрел. И, наконец, третий экземпляр. Из этой серии Мамонт Айвори. Чем он отличается от классической водки? Давайте посмотрим. Эта водка особая, а значит, кроме спирта, воды и обычных умягчителей, там будет еще кое-что в составе. Так, вверх ногами. Угу. Крепость 40 градусов. Так, вот так вот мне неудобно держать. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья люкс, органический в скобках, водка органическая, сейчас поговорим про это. Так, настой спиртованный орехокедрового очищенного, сахарный сироп, настой спиртованный растительного сырья, это хвоя еловая, почки сосны, хвоя кедра, мох исландский, настой спиртованный орехокедрового целого. Настой спиртованный почек березы. И срок годности не ограничен. При соблюдении условий хранения это очень важно, это очень интересно. Так, значит, адрес производства у нас. Россия, Алтайский край, село Соколово, улица Кирова, 1. Иткульский спиртзавод. Розлив, кстати, прошлого года, 16.03.21. Больше года прошло, полтора года прошло где-то примерно. Вот. Но не изменилось, они также все выпускают, все нормально, все продолжается. Еще раз хочу подчеркнуть, ребят, здесь действительно премиум такой вот класс, когда вот бутылка тяжелая, она даже пустая тяжелая. Когда держишь ее полная, она прям очень круто смотрится. Бутылочку я взял за 1049 рублей. Давайте же скорее пробовать. Такая богатая пробка. Она такая, не пойму, то ли пластик такой, очень плотный пластик. У классической водки она металлическая, здесь она такой вот плотный пластик. Ну, тоже так дорого смотрится. Итак, взял фирменную рюмочку, как видите. Видите, фирменные рюмочки Мамонт. Я купил их, по-моему, на Новый год. В прошлом году сделал себе подарок. Вот.
Ну, красиво, красиво смотрится на столе. Хотя не скажу, что я их часто использую. Ну, знаете так, глаз радует, бывает, надоедает же одно и то же. Кстати, здесь вот такой вот защитный стикер. Вот, видите, на этом самом. Вот так вот. Так, сейчас я хлебушком закусываю, сейчас я покажу хлебушек. И еще у меня нарезочка из бекона индейки. Так, вот она. Угу. Так, давайте вот так поставим. Значит, водка органик. Никаких искусственных компонентов в нее не входит. Пищевых ароматизаторов или красителей. Что нам говорит крупный дистрибьютор? Водка кристально чистого цвета, да, полностью согласен. Вкус так, аромат. Водка обладает мягким гармоничным ароматом с легкими хвойными нюансами. Давайте пробовать. Ух ты. Ну нет. Не мягкий аромат, аромат спиртозный. Честно, спиртозный. Я не буду кривить душой, где они мягкие увидели, я не знаю. Вкус. Давайте выпьем, господа, за ваши лайки и конструктивные комментарии. Обожаю комментарии по делу. Вот, комментарии не по делу, я уже сделал ролик коротенький и все там рассказал. Про зрение и так далее, про свое. Давайте, ребята, за вас, дорогие. Даже закашлялся. Видите? Пьется она лучше. Пьется она лучше, чем на аромат. Во вкусе есть что-то такое хвойное. Что тут написано про вкус? Вкус водки приятный, классический, с едва уловимыми нюансами кедровых орешков и хвои. Смотрите, нюанс не едва уловимый, а реально уловимый. Что-то прям айвори мне рисковатое показалось. Слушайте, классика пьется легче. А это прям обжигающая, закусочная вещь, друзья. Прям неожиданно. Давненько я ее не пил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Хотел сильно расхвалить. Помню, как она мне понравилась. А тут как-то немножко рисковато. Давайте так. Для тех, кто любит кедровки. Наверное, вот эта водка как раз будет для них. Я помню хорошо, что мне на утро было неплохо. Я помню, что состояние было отлично. Пилась она прекрасно. Но сейчас она рисковата. Рисковата. Я подозреваю, что это просто мой субъективизм. Тогда, когда я первый раз ее пил, у меня было одно состояние физиологическое, сейчас другое. Но реально она как бы... прям рисковатая. Ну давайте за истину. Давайте вторую, не будем тянуть. Кстати, рюмки хорошие, но чтобы пить правильно, нужно приноровиться. Когда, если будете пить из таких изогнутых, не пейте вот так вот, клювом вниз. Пейте клювом вверх. Или сбоку. Но лучше вот так, клювом вверх. Потому что клювом вниз он проливает. Да, рюмка красивая, но малофункциональная. Я помню, взял этот набор под Новый год, 2100 рублей отдал, а сам мамонт без коробки, без рюмок, просто бутылочка, стоила 950, по-моему. Я посчитал, что у меня рюмочки вышли примерно по 600 рублей каждая. Но я не жалею. Тогда была возможность, я купил, вот сейчас, видите, красивые вещи на столе. Итак, давайте продолжать разговор про мамонт. Честно, я озадачился. Я озадачился. Я ожидал больше мягкости. Что написано здесь? На двух языках. С одной стороны на русском языке, с другой стороны на английском языке. Одна и та же информация. 100% органический спирт. Создано на Алтае от зерна до напитка. То есть даже пшеница растет на Алтае, вода, естественно, берется на Алтае. Полностью как бы замкнутый цикл производства. Иткульский спиртзавод, как из названия видно, они же делают и спирт, и там же на заводе делается и непосредственно водка. Вот, мамонт одна, мамонт другая, и на Иткульском спиртзаводе еще хорошая водка делается. Сейчас я, дай бог памяти, вспомню. Поправьте меня, если я не прав.
зерна севера, если я не ошибаюсь. Зерна севера, я потом ролик, когда сниму, я пойду проверю. Но очень хорошая водка. Я брал, вот я помню, что я еще говорил, младшая сестра Мамонта, прям мне очень понравилось, по-моему, зерна севера. Так, а хлебная мера где делается? Или хлебная мера? Честно, ребята, ну не буду вам мозги загружать, давайте поговорим лучше про Мамонт. Но напитки они делают классные. Значит, что еще? Почки сосны и березы, как я уже перечислял, кедровый орех, еловая хвоя. Все, органик стоит, этот самый сертификат, блямбочка, российский. И есть QR-код. Если на QR-код на это, камеру поднести, то мы переходим на описание водки, я так понимаю. Что нам еще интересного пишут? Так, вот здесь вот в характеристиках. Я вычитал. Температура подачи от 5 до 10 градусов, но я с ними согласен. От 5 до 10, потому что она рисковата и сильное охлаждение, а от 5 до 10 это уже, я считаю, предельно низкое охлаждение для водки. Водку ниже 5 градусов пить не рекомендую, потому что вы вообще ничего не почувствуете. Охлаждение дает такую, знаете, нейтральность и во вкусе, и в аромате. Сильно охлаждать нужно очень плохую водку. А такую мы стараемся не употреблять. Мамонт же 5-10, это значит вот предел охлаждения, чтобы вы чувствовали и ароматику, и вкус, но вкус вам не был резким. Скорее всего, поэтому. Да, я ее не охладил. Может, поэтому мне рисковато показалось. Ну, давайте, друзья, выпьем за качественные напитки. Да, вот так вот надо пить, так удобней. Нос как раз помещается в эту ложбинку. Так, дистилляция, пятикратная написано в характеристиках. Добавки: настойки кедрового ореха, хвоя, настой березовых почек, сырье пшеница, вид спирта люкс. Все правильно. Теперь интересные факты. Мамонт Айвори, новинка в ассортименте компании, но она уже давно, кстати, не новинка. Это видно старое описание. Органическая водка, созданная с использованием сосновых березовых почек, кедровых орехов и еловой хвои. Символ Сибири. Это вымершие много веков назад мамонты. Водка мамонт является данью этому великому животному самой Сибири. Производитель напитка Иткульский спиртзавод. Водка мамонт впервые увидела свет в 2008 году. Значит, ей уже 14 лет. Напомню, сейчас сентябрь 22. 20 сентября 2022 года. Ну, реально красиво сделанная бутылка. Знаете, вы мне многие пишете... Ну, вот общий смысл написания такой, комментариев. Зачем платить за водку больше, если можно взять, к примеру, те же самые журавли, которые мне очень понравились, и они стоят, если по акции я брал за 279. Кстати, вчера был в Магните, эти же журавли уже стоят 380 рублей. Вот, уже все, акция прошла. Так вот, зачем платить 1000, если можно взять... В 3 раза дешевле, образно говоря. Я вам так отвечу, ребята. Мы покупаем не просто водку, когда мы берем что-то дорогое. Мы покупаем настроение, эмоции свои, господа. Кроме хорошего внутреннего содержимого, у вас еще есть красивая оболочка. И когда бутылка стоит на столе, и вы пьете, вы... Выпиваете, ваш взгляд падает на бутылку. Вам нужно налить, вы снова берете и наливаете, понимаете? Вот. Вы радуетесь тому, что у вас в руках, ну, реально прекрасная вещь. И когда у вас совпадает внешний облик с внутренним содержимым, вы вспоминаете, сколько вы отдали денег за это. И, ну, это просто получается удвоение радости. То есть вы наслаждаетесь тем, за что вы заплатили. Вы наслаждаетесь водкой за 300 рублей, вы наслаждаетесь водкой за 3000 рублей. Образно говоря, каждому свое, и давайте ловить гармонию. Давайте ловить гармонию в каждом случае. Я стараюсь, когда я пью, вы сами знаете, и очень дешевые напитки, и довольно дорогие напитки. Очень дорогих я еще не пил. Самый дорогой в моей истории это 7100 рублей за бутылку виски Аарон. Дороже у меня не было пока что на канале. Но, тем не менее, не дешевая вещь. Я стараюсь из каждого напитка извлечь максимум радости употребления. Вот. Давайте за гармонию выпьем. Чин-чин.
Да, ну вот сейчас легче заходит. Но это потому, что уже четвертая, по-моему, идет. Четвертая. Так вот, давайте продолжим дальше. Так, для приготовления этой изысканной водки используют озимую сибирскую пшеницу, которая растет на очень плодотворных почвах, а также свежую природную воду из источников гор Алтая. Слушайте, я как бы занимался, раньше немножечко занимался тем, что я писал тексты в описании. Я просто вижу, сколько здесь воды налито, чтобы получилось побольше текста. Зачем здесь про плодотворную почву писать, я не знаю, озимую пшеницу. Пшеница не вырастет на неплодотворной почве. Ну ладно. Ну просто смешно иногда бывает. А когда, знаете, изнутри знаешь кухню, вот смотришь и смеешься. Так. Которая, значит, вода, которая славится своей необыкновенной чистотой, добавляет небольшое количество кедрового спирта. Да. Последнее весьма символично, так как одним из продуктов питания мамонтов были именно кедровые шишки, листья и орешки. Ну, тут согласен. Да, некая идет... Некая такая вот конгломерация, что ли. Мамонты, и тут же кедры, листья, орешки. Да, да, да. Да, если поинтересоваться древней культурой Алтайского края, то можно узнать, что кедр был священным и почитаемым деревом. Также необходимо обратить внимание на то, что водка не содержит пищевых ароматизаторов и красителей, что я вам и сказал ранее. Приобретая водку «Мамонт», вы получите не просто бутылку водки, а изысканный крепкий спиртной напиток, в котором таится целая история глубокого уважения к традиции и культуре Алтайского края. Ну, вот эта фраза фактически то, что я буквально двумя минутами ранее, мой спич был по поводу дорогой водки. Почему я буду покупать и дорогую водку, и дешевую? Дешевую я буду покупать, потому что у меня вечно нет денег, а дорогую, когда мне предоставляется такая возможность, я буду покупать для того, чтобы получить не только физиологическое, но и эстетическое удовольствие. Друзья, я хочу выпить, мы что-то заболтали, 17 минут. Сегодня что-то ролик затянулся, алкосенсея понесло. Как в книге, да? И тут Остапа понесло. Да. Друзья, еще раз, спасибо вам за просмотры. За помощь каналу, за лайки. Кто не может помочь финансово, ничего страшного. Вы помогаете лайками, комментариями, подписками. А еще, если есть возможность, делитесь этим роликом. Распространяйте его у себя в своих других соцсетях. Я не знаю, где вы зарегистрированы. Ну, большинство ВКонтакте, я так думаю. Ну, может быть, другие какие-то соцсети. Я не знаю. Но там есть кнопочка «Поделиться». Делитесь, распространяйте ролики. Чем больше подписчиков, тем вам будет же интереснее. Я хочу выпить за ваше внимание. Огромное вам спасибо. Ваш Алкосенсей. Обнимаю, жму руку и надеюсь встретиться на 47-м дне алкомарафоне. Завтра.